Добрый вечер, дорогие слушатели! Здравствуйте, дорогие друзья! Ну вот он, наконец-то, Новый год! Мы с вами уже 2 года. Именно от Нового года я веду отсчет нашей с вами дружбы, крепкой, взаимной, ну и даже в некоторой степени любви, правда? Друзья, творчество нас объединяет, целый год опять прошел. Наконец-то я вышел на тот уровень качества, который действительно меня сейчас устраивает. Меня радует ваш отзыв. Именно поэтому каждый Новый год я что-то для вас стараюсь записывать, хотя времени совершенно нет. Казалось бы, ну, все, выходные. Кстати, вот вам выходные очень классно надо справить, очень здорово Новый год, чтобы отдохнуть как следует. И вот эти выходные, но я тут решил, что немножко паузу в творчестве на недельки две, может даже на месяц. И что бы вы думали, оказывается столько дел, что просто голова кругом идет. Но я не буду сегодня ни о каких проблемах, все здорово. Новый год. Я специально выложу это видео в тот момент, когда Новый год уже будет вот-вот. То есть, примерно для дальневосточников днем, 31 числа, сегодня еще 30. У вас уже дальневосточники ночь, а вы тоже все мои очень большие друзья, поэтому стараюсь для вас. Друзья, с Новым годом! Будьте счастливы, по-настоящему счастливы. Пусть творчество, мое и любое другое, ваше, приносит настоящее отдыхотворение, вот отдых. Душевный порыв какой-то. И также продолжим, только набирая обороты. Огромное количество проектов выйдет в новом 2024 году. Оставляйте свои комментарии, всегда продвигайте, помогайте. Мы вместе, вместе, именно такая концепция, двигаемся вперед. Это здорово. Ну что ж, с Новым годом! Также все продолжится в этом году. Каждую неделю что-то будет выходить. Ближайшая, я думаю, дата — это где-то 7 число, ну, примерно христианское Рождество. И мы с вами уже будем продолжать слушать наши любимые аудиокниги. Это здорово. Ну, как бородатый Константин, как бородатый Дед Мороз без подарков, правда? Поэтому, друзья, небольшой розыгрыш. Там, где вы увидите это видео, комментарии на официальных площадках, начиная от YouTube, их всего 10, я все не буду перечислять. Оставляйте свой комментарий, что бы вы хотели, чтобы я для вас озвучил. Может быть, это поздравление для ваших близких, может быть, это какой-то рассказ. Но давайте договоримся, чтобы не больше рассказа, ну то есть примерно не больше часа чистого звука. Потому что иначе просто не справлюсь. Если пообещаю сейчас роман на 20-30 часов, то все остальные проекты просто отложатся в долгий ящик. Это не дело. Поэтому давайте. Вот все, что можно озвучить, на ваш выбор. Поздравление для близкого человека. Какой-то рассказ. Реклама, возможно, для вашей компании. Все, что вот по вашему пониманию может озвучить Костя Суханов своим голосом. Уж нравится он вам или нет, вам решать. Я обязательно выберу. Но выбирать буду как? Я выберу по принципу, чтобы вы немножечко вот в этом комментарии объясните, почему я должен именно для вас это записать. И тут просто, я думаю, мне сразу станет понятно, когда я прочту те слова, которые я хочу услышать. Нехвалебные для себя ни в коем случае. Почему? И это должно прозвучать. Объясните, расскажите в двух словах, двух предложениях. Как я всегда прошу, комментарий там хотя бы 5 слов. И все. И, возможно, именно ваш рассказ прозвучит. Давайте возьмем срок до 15 января 2024 года. 15 января подведу итоги. Обязательно сообщу, кто победил, и объясню, почему. Также в этой записи, в начале, ну, если только это не поздравление, наверное, так, да? Обязательно объясню, что это победитель, это будет ваша именная запись. Друзья, дерзайте. Комментарий, что озвучить, почему. Мой вам будет подарок. Обязательно выберу и обязательно объясню, почему. Ну а сейчас, с наступающим, кому-то, кто смотрит уже позже, с наступившим настоящего, семейного, крепкого, дружеского,
всяческого счастья вам, дорогие друзья. Ну и Снегурочка, которая ведет наши чаты, которая все нам везде помогает, ее голос вы тоже слышали. Это Майя, моя супруга. Ну давай. С Новым годом, счастья. Друзья, будьте счастливы. С Новым годом. И сейчас небольшое стихотворение, поэтический подарок от Майи. Поехали! С Новым годом! Честь Нового года для самых хороших людей, для слушателей Кости Суханова. Небольшой стихотворный подарок от Майи Сухановой. Снежные салазки, будто в сказке, резво гуляет детвора. Покатились кубарем в упряжке, не загонишь нынче со двора. Первые подарки, мандаринки, ароматом вкусным нас пленят. И любимые сладкие вкусняшки, что во рту растаявши хрустят. Новый год на пятки наступает, волшебством он песни наполняет, снежную картину он рисует и стихи умело зарифмует. Письма Дед Морозу отправляем, вновь мы верим в чудеса. Дорогих, любимых поздравляем и кричим с курантами. Ура! С Новым годом, дорогие слушатели, дорогие друзья! Будьте счастливы! Не забудьте написать свое пожелание. И, конечно, не забудьте написать, почему я должен записать это именно для вас. Если вдруг захотите нам с Майей какой-то небольшой подарочек под елочку положить, то добро пожаловать, внизу все, конечно же, будут циферки. Я, как всегда, вслух скажу спасибо, как всегда на меня кто-нибудь косо посмотрит. Но самое главное, отправлю в вашу сторону добрую энергию. У нас начинается новый творческий год. Каждый месяц большая книга, каждую неделю что-нибудь послушать обязательно. С любовью и уважением к слушателю. С Новым годом! Актер Костя Суханов.